Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хет-триками отметились Тревор Мур, Габриэль Виларди и Уильям Эклунд. Никита Кучеров продолжает обновлять собственные рекорды по количеству очков за сезон среди россиян и в истории Тампы. При этом Куч уже побил рекорд НХЛ по количеству ассистов для крайних нападающих за регулярку. Кучеров уже отдал 93 передачи и повторил рекорд по ассистам среди европейцев, догнав Петера Штясны. А больше очков за сезон, чем у Никиты, набрали только два европейца. Все тот же Штясный и Яромир Ягр. Александр Овечкин забросил свою 850-ю шайбу в НХЛ, а еще вышел на второе место по передачам среди россиян в истории НХЛ и пока что делят эту позицию с Сергеем Федоровым. Артемий Панарин вышел на 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян, обойдя Сергея Зубова, и на второе место в истории Рейнджерс по очкам за сезон. Сидни Кросби в 19-м своем сезоне набрал в среднем одно и более очка за игру и тем самым повторил рекорд НХЛ, принадлежавший Уэйну Гриффину. Капитан Питтсбурга пробил планку в 40 голов и стал всего 7-м хоккеистом, достигшим этой отметки в возрасте 36 и более лет. Егор Шарангович стал первым игроком из Беларуси в истории НХЛ с 30 голами за сезон. А Сергей Бобровский вышел на второе место среди вратарей россиян по количеству сыгранных матчей в НХЛ. Ну а теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 26. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Главный мастер НХЛ по классическим хоккейным мельницам Радко Гудас вновь будоражит умы болельщиков. На этот раз пострадал Брэндон Танев. Само исполнение вышло не таким чистым, как мы привыкли видеть у Гудаса, но полет нападающего Кракен был от этого не менее шикарным. Давненько мы не видели выдающийся шпагат Андрея Василевского. В этот раз именно таким способом он отразил атаку Детройта. А еще в таком положении он устоял на добивании. Великолепный тайминг и идеальная растяжка. Единственное верное и невероятно быстрое решение принял в этой ситуации Йоэль Армия. Шайба находилась в воздухе, и ожидать ее приземления означало дать вратарю соперника шанс. Финский форвард Монреаля справедливо рассудил, что лучше этого не делать. Отличный бейсбольный гол! Тейдж Томпсон поприветствовал в НХЛ Ивана Федотова очень изящным финтом. В стесненных обстоятельствах нападающий Баффало избрал путь терпения и стойкости, что позволило ему парой легких движений обыграть самого высокого вратаря в истории лиги и спокойно закатить шайбу в цель. В этом моменте отмечаем великолепный финт в исполнении Лео Карлсона. Молодой швед очень круто, на скорости, одним касанием прокинул шайбу между собственных ног. И этот маневр увел защитника Сиэтла куда подальше. Ну и бросок получился отменным. Мастер выдающихся финтов и абсолютно равнодушного при этом выражения лица Александр Барков сделал это снова. Идеальная работа корпусом и руками позволила капитану Флориды четко раскидать соперников и в падении завести шайбу в ворота. Как же он хорош! В этом эпизоде всю тяжелую работу на себя взял Лукас Райхель. Немец продрался сквозь двух защитников, забрал на себя внимание еще и третьего, а потом сделал идеальный пас назад, стоя на одном колене на одинокого Андреаса Атанасию. Тому оставалось не промазать по абсолютно пустым воротам. Все знают, кто представляет главную угрозу воротам соперника в составе Миннесоты. Однако в этом моменте игроки Виннипега дали Кириллу Капризову слишком много времени и пространства. Россиянин этим воспользовался идеально, просто блестяще бросив с разворота с неудобной руки. В этом моменте отмечаем нестандартный подход к делу от двух хоккеистов. Кирилл Марченко укатился уже фактически за ворота, когда понял, что может использовать этот факт себе в плюс. Идеальный по точности бросок в шлем Илье Сорокину превратился в гол. Шикарное решение. For the
У Антона Лунделла угол обстрела был получше, но тоже отрицательным. Бросок получился идеальным, и шайба рикошетом вошла четко под перекладину. Вратари такое не любят, но результат, как говорится, на табло. Лучшее индивидуальное усилие продемонстрировал на этой неделе Росс Колтон. Продрался по борту сквозь одного соперника, обыграл на скорости финтом другого и идеально бросил. Вот что значит быть в одной команде с Нейтаном МакКинноном. У лучших учишься быстро. А суперзвезд редко ждешь подвоха в простых ситуациях. Но иногда случается и такое. Перед Романом Йоси были абсолютно пустые ворота Бостона. Но каким-то немыслимым образом обладающий великолепным броском швейцарец попал в штангу. Бонус недели! На этой неделе тренеры Devils и Rangers вернули нас назад лет на 30. Ведь сразу после стартового вбрасывания мы не увидели начало розыгрыша шайбы, а порадовали нас хоккеисты старой доброй дракой 5 на 5. Современный НХЛ — это явление редкое, поэтому незамеченным пройти не может. Получилось впечатляюще, но увлекаться таким все же не стоит. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про Телеграм. А с вами были Филипп Олешев и Илья Балашенко специально для Fox Hockey. До новых встреч. Пока.